Давай сначала поговорим, обсудим. Пойдем. Потом уже будем во второй части работать, да? Но ты очень хорошо играл, все очень чисто, все хорошо, все очень аккуратно. Но как ты думаешь, вот если ты выйдешь на концерт и так сыграешь, ну как, публике понравится это? Я думаю, не очень. Почему? Потому что было суетливо. Что? Было как-то суетливо, мне кажется. Ну, отчасти ты права. А если ты понимала, что это так, почему ты не пыталась что-то как-то расцветить? Не пыталась. Пыталась? Да. Ну, хорошо. Будем думать, что пыталась. Я тебе хочу просто несколько идей дать. Но прежде чем мы о музыке поговорим, ты знаешь, у меня было впечатление, что ты, по крайней мере, не всегда дышала. Стояла? Иногда, вдруг, иногда. Это основное. О! Плечи вниз. Чтобы весь вес шел вниз, чтобы кисти вниз были абсолютно свободны, и чтобы ты не забывала, что ты живешь жизнью. Ну, не важно, что ты в это время играешь, это трудный прыгать, но ты живешь, ты должна дышать, а не... Понял? Я видел это, я не могу доказать, но я слышу эти звуки. У тебя, в принципе, хорошо, чисто звучало, но я... Иногда, не всегда. Иногда у меня были сомнения, что твой звук будет лететь туда. Понимаешь, он где-то вот тут, вот, так сказать, хорошо все было слышно, да. А будет он, так сказать, вот твой зал пробивать? Не уверен. Не уверен. Пожалуйста, вдохни, чувствуй, что ты естественно стоишь. Это во-первых. Во-вторых, ну что ты думаешь, это серьезная, так сказать, музыка? Странный вопрос, да? Ну, в принципе, Бах, да, действительно серьезная музыка. Что? В принципе, Бах, действительно серьезная музыка. Всегда серьезная. А я думаю, что нет. Ты послушай, ну это очень популярное заблуждение. А что ты думаешь, Бах не жил жизнью? А? У него было две жены, 17 детей. Ой. 7 из них умерли. Ну, так вот, жена первая умерла, не то, что он с ней развелся. Но он вскоре женился, и у него было еще от нее, по-моему, 10 детей. Первые 7. А ты знаешь, что он был прекрасным боксером? А ты знаешь, что он обожал прогулки в любую погоду, на 15-20 километров. Он, конечно, был необычайно глубоко религиозный человек, но тем не менее он был нормальный человек, он жил нормальную жизнь, во-первых. А ты что думаешь, он не сидел со своими друзьями, знаешь, эти немецкие бюргеры вот с такими животами, которых там 5 литров пива, и не пил с ними пиво в этих пивнушках, конечно, сидел. Мало того, вот они сидели на этой маленькой центральной площади, а потом он брал скипочку и вот эту штуку им играл. Это известно. Он играл. Он был хорошим скрипачом, достаточно хорошим. Он был в свое время в одном из городов, где он, знаешь, в 4 городах в течение своей жизни работал уже. Так вот он был концертмейстером оркестра, не называлось концертмейстером, он капельмейстер, лидер и так далее. Но он вел оркестр, еще лучшего на теле играл, понимаешь? Ну и считается, что он какие-то части вот этих партий и сонат исполнял, а я в это твердо верю, безусловно. Это во-первых. А теперь ты подумай. Конечно, конечно, подавляющее большинство его музыки глубоко и не абсолютно беспрецедентно религиозный, понимаешь? Потому что он был необычайно религиозный человек, он и работал капель,
мейстером, канцлером церкви, понимаешь? А если знаешь, что это такое? Он обязан был писать, скажем, кантату каждую неделю. Понимаешь, сколько он контакт писал? Кантат написал. Это его работа была, за это мы платили, понимаешь? Очень редко у него было время свободное от своих обязанностей церковных. Вот тогда он писал другую музыку, понимаешь? Вот тогда, в такие дни, он написал вот это вот. Для нас 6 партий и сонат, и бранденбургские концерты. То есть это, в принципе, не для служб музыка, понимаешь? Это в принципе. А вот теперь посмотри. Сонаты и партии. Ты знаешь, какая разница и что это такое? Партии в танце? Правильно. Правильно. То есть это светская музыка, кроме прелюдии. И то же самое с свитой его для лачей. Прелюдии есть, и остальное это танцы. Это что означает? Что все эти танцы такие вот настоящие танцы, чтобы люди танцевали? Ну, возможно, а почему нет? А почему нет? Возможно, некоторые. Но ты же не будешь танцевать чайком, правда? Чехол же тоже танец. Но это же конец пути, это венец более серьезного и по-настоящему духовного, религиозного произведения трудно себе представить. То есть иногда его танцы – это просто, так сказать, пьесы, написанные в движении и, так сказать, в стиле танцев, но они глубокие и глубоко религиозные, масса таких. А есть другие танцы. И если это прелюдия, то это, понимаешь, это чистое развлечение. Так, ты должна развлекать публику, а ты так серьезно играла, прямо, понимаешь, мы всегда должны помнить, вот мы видим эти портреты Баха, вот такой, о, Дамисон, о, Бах. Это мы уже сказали, он был нормальным человеком. И ты вообще когда-нибудь думала, когда-нибудь слышала, сколько юмора в него будет? А ты попытайся вот думать, как ты будешь слушать Баха, и ты обратишь внимание. Вот так вот. Короче говоря, вот это. Когда ты играешь эту пьесу, ну ты же должна показать, что ты виртуоз. Этим я совершенно не хочу сказать, что ты должна играть виртуозность 19 века. Или 20-го. Это не Паганини, не Сарасата. Но если, скажем, эта пьеса или татара, папара, тати, тра-ра-ра-ра, жига, или преста, тара-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 
серьезная музыка. Поэтому ты должна играть, гораздо ярче, чтобы публика была просто заворожена твоей легкостью, виртуозностью. Это развлечение для публики. Это не то, что это религиозная, серьезная музыка. А ты немножко вот так вот. Я тебя очень уважаю. Ты честно работала, все очень хорошо, и честно, и чисто сыграла. Да, но это немножко не о том. Хорошо, очень хорошо. Но, пожалуйста, я тебе советую, не играй таким малюсеньким смычком пьяно. Ну, я тебя слышу здесь, ну, все слышат. А в зале это не пойдет. А ты послушай. Ты знаешь, что есть такая рекомендация? Может быть, ты слышал, а может быть, и нет. Вот ты стоишь и занимаешься дома своей, наверное, небольшой комнате, так? Ну, да. А вот здесь вот, ты представь себе, что ты стоишь на сцене большого зала консерватория. И всегда надо себе представлять, твой звук долетит вот до последнего ряда, звон на балконе, или нет? Этим я не хочу сказать, что мы должны заниматься фортиссимо, пережимать, ничего подобного. Играй пьяно, но ты всегда должна ощущать, мой звук идет от меня туда, он достигает последних рядов, понимаешь? Вот это ты играешь, вот он вокруг тебя, вот так вот, ну, до третьего ряда дойдет, а дальше нет. Thank you.
чем я сыграл эти две ноты, по-моему, струны, это ярче звучит. Так. А еще та-да-дам! Третья нота чуть поярче. Та-да-дам, па-па-па-па-ра-да-дам. Так. Но, я не хочу слышать. Та-да-да-да-да-та-да-да-да-да-да-да. Вообще, в принципе, вот играю Баха, эту пьесу или любое другое. Чем больше, чем мы играем в одной динамике, тем лучше. Нельзя дробить. Очень часто это очень длинные линии. Здесь ничего не происходит. Абсолютно механически, понимаешь? Не теряй звук. Я тебе сказал, что надо обращать внимание на динамику, но, тем не менее, нельзя слишком просто делать, когда нет для этого никаких оснований, понял? Покажи мне разницу. Всегда очень определенно. Да. Но ты опять-таки вот таким малюсеньким кусочком играешь. Не будет этот звук пролететь до самых последних жильбов. Thank you.
Понимаешь, какая штука? Ты слышал такое выражение? Динамика на террасах. Да. А, так вот это оно и есть. Ты знаешь, что это такое, да? Они же на барочных скрипках, они же не могли делать такое последовательное крещендо ледяное. Ну, ты знаешь разницу, я не буду об этом говорить. Барочная скрипка и современная скрипка, да? Это сейчас мы можем, а тогда они не могли. У них, в общем, тот же, но другой инструмент был. Они могли играть тихо, чуть громче, ну, еще чуть громче. Вот эта терраса, понимаешь? Так это необходимо делать, потому что это стиль музыки. Ты более или менее иногда делаешь, но это надо гораздо делать с большей активностью, понимаешь? Можешь попробовать. Точнее, там,
ля, ля, си, 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 а потом она книга. Каждый раз, все раз, две. И чуть-чуть подлиннее эти ноты надо играть на баске. И опереться немного, понял? Потому что вообще, запомни, что я тебе сейчас скажу, когда мы играем Баха, гармония на первом месте. Это все основано на гармонии. И очень часто то, что мы принимаем за мелодию, это не мелодия, это разложенный аккорд. Без гармонии Бах не существует. Это вся его музыка, это последовательность аккордов и какое-то соединение, иногда очень красивое, мелодичное, иногда импровизационное, иногда моторное, как здесь. Но гармония основана на него. Понял? И тогда пытайся об этом не забыть всю свою жизнь. Да, ты сделала. А следующая секунда еще больше. А следующее, все это должно, понимаешь, вот так вот нести в зал, как будто ты нажимаешь педаль на рояль. Понимаешь? Презентация этой музыки, понял? Пожалуйста.
смотри. Ну что, ты помнишь, что Лулу – это танец. А что ты любишь, ты танцуешь? Я как-то не чувствую этого. Поешь, да, поешь. А ты знаешь, что сказал Пабло Казальс? Знаешь такое, да? Да, знаю. Ну, один из самых великих музыкантов, который когда-либо жил. Да? И абсолютно 100% самый значительный интерпретатор Баха. Среди всех музыкантов, не важно, что он был начинен. И я имею в виду пианистов, скрипачей, он. А он знал Баха, как никто. Знаешь, что с ним случилось? Он в 11 лет в лавке старьевщика обнаружил две нотные тетрадки. Он посмотрел, не знал ни того, ни другого, но решил купить. Принес домой. Это были свиты Баха и сонаты Бетховена. Сонаты Бетховена он отложил на потом. А сюиты Баха он начал над ними работать сразу, в 11 лет. И вот он, по-моему, 96 лет, каждое утро он начинал свой день с того, что он садился и играл Баха. А я, ну это чисто идеалистически, абсолютно убежден, что это помогло ему прожить столь долгую жизнь. Потому что это очищает и твою голову, и твое сердце. Короче говоря, он начал работать над этим. Знаешь, когда он сыграл первый раз Баха? Ему было 37 лет. Понял? Он 26 лет жил с этой музыкой, с этой религией. Бах – это религия, это Библия. Вот он изучал эту Библию. И через 26 лет он ее преподнес. И он был первый артист, который сыграл все сюиты, вот так они написаны. А до этого никто никогда не играл. Ни на рояле, ни на скрипке, тем более на виолончели, естественно. Играли часть. А он взял и сыграл одну, другую, здесь сюиты. Знаешь, как его ругали? Просто жестоко критиковали, что это сухой, чисто научный подход, что Бах не имел это в виду, что это скучно для публики, бог знает что. А он себе улыбался и продолжал играть. И через буквально там несколько лет все-таки он убедил весь мир, что вот это именно, так сказать, правильно. Ну а потом уже стали все делать, как на любом другом инструменте. А к этому времени, ты знаешь, возникла уже индустрия звукозаписи. И уже через несколько лет ему посыпались предложения одно за другим записать. А он говорит, нет. Знаешь, когда записал? В 62 года. Понимаешь? Он 26 лет работал, а потом 25 лет играл в эстраде, а потом он записал. То есть он сдал Баха, который он жил с ним. Знаешь, что он говорит? Вот я к этому тебе говорю. Он сказал, что он имел в виду виолончельную сюиту, а это то же самое, партиты наши, это как сюиты, он сказал, что наша первейшая обязанность показать, что все эти пьесы написаны в ритме и темпе и характере танца. А это не танец. Это очень красиво, это все хорошо, это красивая музыка, ты там поешь, это такое. Во-первых, темп медленный. Во-вторых, я всегда, в общем, убежден, что мы должны придерживаться как только возможно. А это возможно. С малюсенькими изменениями баховских штрихов и баховской артикуляции, понимаешь? Потому что он был скрипач, он прекрасно представлял, что это возможно, что это все хорошо. Понимаешь, это не просто так он писал, а ты все играл легато, не хочешь. А он легато не писал. Понимаешь, он написал.
нравится, но это ближе к тому, что, по идее, он написал. А как точно говорит Бах, вообще никто не знает. Хотя многие люди говорят, что не знают. Вот когда мы с тобой говорим, я с тобой даже обсуждаю не свои, так сказать, даже уже убеждения, а то, что, так сказать, в общем, в принципе правильно в подходе к Баху. А вот как уже это сделать и так далее, ну, толк никто не знает. А вот мой педагог, да? Знаешь его имя, конечно. Титан скрипичный. Громадный музыкант, да, Александр Чойстер. Он не играл Баха, как ни странно. Единственный великий скрипач, который сольного Баха не играл. Играл до 46-го года. Потом перестал. Потом уже, когда он сделал настоящую мировую карьеру, он никогда сольного Баха не играл. Ну, у меня есть своя теория, почему, но я тебе не буду об этом говорить. А вот что мне сказал мой друг Виктор Кайзер, когда мы с ним сидели, живет в конкурсе несколько лет назад, а он говорит, а я слышал от него. Он мне сказал, я, говорит, не играю в Баха, потому что я не знаю, как. Он честен был, честен, понимаешь? Вот, то, что я тебе даю какие-то идеи, это, в общем, объективно правильно. А уж как, немножко так, или так, или так, это ты должна читать, думать. В данный момент, пожалуйста, помни, танцы надо играть в таком движении, когда это ясно, что это танец. И этот танец, между прочим, что ты думаешь? Его можно танцевать? Можешь себе представить, что 300 лет тому назад его танцевали? А я тоже могу. Да, да, да. Это танец элегантный, это танец дворов, танец придворных, понимаешь? А вот следующий там папки, это там, а это простонародье. Поняла? Вот сыграй. То есть это элегантно и грациозно. Ну, ты можешь играть такими штрихами, как я играл, это абсолютно аутентично. А может где-то, так сказать, на один смычок, но это не легато. Понимаешь, какая штука? Если Бах написал отдельные смычки, то можно играть там, па-пам, па-пам. Это не должно артикуляции изменять. А вот если ты играешь легато, то ты полностью изменяешь идею композитора. Понимаешь? Пытайся. Thank you.
с мячка со струной, чтобы было больше, чуть-чуть контакта, понимаешь? Катику больше остроты, это больше, так сказать, будет взяли, опять-таки, лететь через металл. Понимаешь, и вообще, звук Баха, он всегда очень определенный, он земной всегда. При том, что он очень часто говорит с высшим духом, понимаешь, а вот сцепление, качество духа всегда там. Ну хорошо, и ты от меня услышала достаточно много идей, это не приказ, это все пища для размышления. Мы должны учиться, учить, постигать эту религию Баха всю жизнь. Тем более вообще сейчас в возрасте, и совершенно очевидно, достаточно интеллектуально развита, ты очень хорошо играешь. Я тебе просто советую, читай, думай, слушай. Окей? Ты очень хорошо играешь, желаю тебе всем дальнейших успехов. Спасибо.